вами Вуня Русский. Я уже играл в мульти Бравл, посмотрел обновление, но нечаянно удалил это видео. Так что сейчас буду снимать обзор. Там добавили новых персонажей эмодзи. Только что играл, но оказывается из-за одной проблемы пришлось перестать снимать. Короче, ждем. Я хотел Лику Браву или Ребраву Модс обзор сделать, но они не загружаются почему-то. Я в обед попробую. В час. Утра. Так, ну-ка, перезагрузим игру. Давайте перезайдем. Вот, тут прикольное обновление, если честно, крутое. Вот эти теперь тут надо их. Хоть у меня только 140 таких есть, зато да и первое место плюс 30. Давайте поиграем за вот эту чебуреку. Мне не нравится. Ой, надо было режим поменять, ну пофиг. Не трогай меня! Я опасная шипучка. Да, блин, неси урон босса. Где босс? Мой пупсик. Эй, ты! Она мне мешает! А как она посмела? Мне мешать! А ты хоть знаешь, кто я такой? Я Бурундук. Блин. Я не получу первое место, похоже. Эй, ты! Шипучка! Питар. Привет. Меня все убивают. Почему? За что так жестко? Да я ненавижу хейтеров. И чё? Особенно Лёшу ненавижу. Даже больше, чем хейтеров. Сейчас. Блин. Короче, сегодня я буду убивать больше. Ого. Так, мне нужно первое место, а кто-то помешал какой-то. Давай, все, первое мое место. У меня первое место, ведь я ананананас. Блин, за что тут нельзя вот спагетти поиграть? Это все ананас. Не понял, это что, не босс был? Я же босса перепутал. Не трогай меня, не трогайте меня, я опасная шипучка. Эй, ты! Ты как посмел так со мной обращаться? Я вообще-то диалоги ты. Ладно. Нет.
где было? Вот был здесь. Ух. Ну, пока. Всем пока. С вами был русский пельмешок. Я изменяю свой аккаунт. Теперь у меня русский пельмешок называется. Всем пока.